Во всем мире вспоминают первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Президент России Владимир Путин в официальном сообщении на сайте Кремля выразил соболезнования родным и близким Горбачева, назвав его политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, а время его правления – периодом сложных и драматических изменений. Руководители Евросоюза вспоминают Горбачева с ностальгией и с сожалением по поводу того, что многие его мечты так и не сбылись. Михаил Горбачев дал российскому обществу ветер свободы. Он пытался изменить коммунистическую систему изнутри, но это оказалось невозможно. И он пришел к необходимости сотрудничества с Западом, прекращения холодной войны. К несчастью, эти надежды исчезли. В Германии к Михаилу Горбачеву особое отношение. Там его считают ключевой фигурой, позволившей состояться объединению страны. Он умер в тот момент, когда не только демократия в России потерпела крах. Ситуацию там описать иначе невозможно. Но и российский президент Путин копает новые траншеи в Европе и ведет ужасную войну против соседней Украины. В Белом доме высоко оценили роль Горбачева в проведении демократических реформ и в создании безопасного мира и свободы для миллионов людей. Представители Китая со своей стороны выразили соболезнования семье Михаила Горбачева и отметили его роль в улучшении двусторонних отношений между КНР и СССР.